Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Doogee S86 Pro. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс DRM лицензий. Итак, для этого мы переходим в настройки. И после того, как мы перешли в настройки, мы выбираем пункт «Безопасность». Здесь мы выбираем «Шифрование и учетные данные». Здесь у нас есть все наши надежные сертификаты. И чтобы их удалить, вы нажимаете «Очистить учетные данные» и нажимаете «Ок». Подтверждаете все это дело паролем. И нам пишут, что хранилище учетных данных очищено. На этом мы заканчиваем. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.